Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Велавива», который располагается в Киеве по адресу бульвар Перова, 24. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется горный велосипед от торговой марки «Автор». Марка чешская, велосипед горный, алюминиевый. Модель называется Solution 27,5. Solution – это модель 27,5, имеется размер колеса. Рама алюминиевая, количество скоростей 3/9. Тормозная система гидравлическая. Ну, более детально описать стоит более открыто. В описании стоит сказать, что велосипед имеет широкую покрышку. По центру она достаточно гладкая, что хорошо будет на асфальте. Меньше будет шуметь. А боковые шипы позволят хорошо ехать велосипеду по пересеченной местности. Устойчивость гарантирована. Легкосъемный эксцентрик на переднем и на заднем колесе позволяет легко разбирать велосипед для путешествия. Тормозная система от компании Tektra. Гидравлическая. Вилка стоит RST Gila. Это нормальная хорошая вилка, среднее качество для того, чтобы нормально кататься. Вилка идет с двойной регулировкой. Есть предлоут, который регулирует жесткость, выезжает на 2 см или запускает, или сокращается клапан, тем самым пружина увеличивает степень, насколько уменьшается, это в зависимости от веса. И локаут. Локаут включает или выключает саму амортизацию. То есть это можно сделать жесткую вилку, а можно сделать амортизационную вилку, что будет комфортно при езде по асфальту. Руль гидроформированный, как мы видим, по центру толстый, по краям расходится. Очень удобно. Рулевая сама по себе классная, как мы видим, тут юбочка так дута. Это полуинтегрированный подшипник стоит, конусообразный, не конусообразный, полуинтегрированный, классные, хорошие подшипники. Тормозная система от компании Tektra, как мы видим, по два пальца идет, очень удобно, комфортно. Монетки Shimano Altus. Спереди 3 переключателя, передний тормоз, задний 9 переключателей, задний тормоз. Ручки, как мы видим, здесь такие приятные, удобные, они рифленые, резиновые, но зато будут легко держать руку. Если запотеет, будет комфортно, потому что рифленые. Сама рама красивая, как вы видите, модель 2018 года. Очень интересная, обновленная в световой гамме по сравнению с прежними годами. Шатуны от компании Сантур с соотношением зубьев 22-32-42, пластиковые щитовки. Что самое хорошо здесь в этих шатунах, то что звезды имеют возможность сниматься. Они не заклепаны, а на болтах. При необходимости можно поменять одну из звезд и дальше кататься. Переключатель передний, как мы видим, Altus с верхней подводкой, хороший. Задний переключатель также от компании Shimano Altus 2000 на 9-скоростную кассету. Кассета сзади стоит также от компании Shimano. Это HG200. Спицы стоят из нержавеющей стали, хорошие, нормальные. Ниппер, как мы видим, здесь автомобильный. Легко будет докачать на любой автостанции. Стоит у велосипеда также, есть отверстия у велосипеда, при помощи которых можно будет установить багажник. Как мы видим, здесь на раме и здесь, с одной стороны, и также с другой стороны на эти отверстия устанавливается багажник. Тем самым горный велосипед Solution от компании Автор можно превратить в туристический. Педали пластиковые, широкие, комфортные. И что надо отметить, в этом году у велосипеда Solution 27,5 классная стоит сидушка. Она мягкая, удобная, комфортная. На долгих поездках будет вам приносить удовольствие. Если вас заинтересовал данный велосипед от торговой компании Автор в нашем киевском велосипедном магазине, звоните, пишите, мы всегда готовы вам что-нибудь подсказать, рассказать. Если вас заинтересовал наш YouTube канал, подписывайтесь, пишите. Мы всегда готовы сотрудничать с постоянными клиентами. Постоянным клиентам скидки. До скорых встреч!